Еще раз всем привет, меня зовут Алексей, вы на канале Календарь Рыболова. Почему я сказал еще раз? Потому что сегодня я уже отснял одно коротенькое видео, уже даже успел его смонтировать и выложил на YouTube. Возможно, вы его уже смотрели. В нем я просил совета, потому как оказалось, пошел в поход без спичек и зажигалки. На этот раз я взял с собой немного продуктов, но это далеко не все мне. Перловка, например, это для рыбы. Хлеб тоже для рыбы. Да и на картошку я тоже буду пробовать ловить карпа и сазана. Для меня это огурцы, зеленый лук в пакете есть и чеснок. Ну и надеюсь, что я поймаю таки свой трофей и запеку его в фольге. Фольга у меня есть, остается только поймать рыбу. Только что ко мне в голову пришла отличная идея, как можно развести огонь без спичек и зажигалки. На это меня натолкнула одна история, которая произошла со мной довольно давно. Я возвращался с рыбалки и, уже приехав домой, выгружал из багажника вещи и почувствовал запах гари. Сначала не обратил на это внимания, но второй раз, когда возвращался за вещами, запах усилился, и я заметил струйку дыма, которая идет с заднего сидения автомобиля. Я быстро открыл заднюю дверь, схватил бутылку воды, лежащую там же, и залил источник дыма. На сиденье было небольшое отверстие, прожженное. После того, как залил очаг возгорания, я стоял с бутылкой в руках и долго не мог понять, как же это произошло. И потом меня осенило, что эта бутылка сработала как линза, как увеличительное стекло. А люк в машине был открыт, и прямые солнечные лучи сквозь воду сфокусировались на материале сиденья, и оно начало потихоньку плавиться. Прямого огня не было, но дым и такое отверстие появилось. В общем, теперь я хочу найти пластиковую бутылку, набрать в нее воды и попробовать таким же образом сделать огонь. И, возможно, это будет непросто, потому что в прошлый раз я собрал во всей округе здесь мусор. В основном это и были пластиковые бутылки и полиэтиленовые кульки. Сколько я не менял угол наклона и расстояние до объекта, мне так и не удалось сфокусировать лучи солнца так, чтобы хотя бы пошел дымок на кусочки древесины. Я уже начал экспериментировать на собственной руке, чтобы по температуре, по своим ощущениям определить оптимальный угол и расстояние до фокуса. Но руку удержать невозможно, а дымок с деревяшки так и не идет. Да еще и солнце постоянно заходит за тучку. А место, где расположено кострище, немного выше, поэтому вода не собирается, но буквально на грани. Почва очень влажная, надеюсь, удастся там разжечь костер. Осталось только придумать как. Дальше я пробовал уменьшать количество воды для того, чтобы изменять форму линзы и ее толщину. Но мне показалось, что стало еще хуже. Расстояние до фокуса стало намного дальше. А температура намного меньше. Все, что мне удалось добиться от линзы из пластиковой бутылки, это небольшое отверстие, пропаленное в этикетке от бутылки. А на дереве или на коре не было даже намека на дым. Не знаю, почему так получилось. Скорее всего, это из-за таких ребер на бутылке. Вариант разведения огня с помощью линзы из пластиковой бутылки провалился. Поэтому приступаю к плану Б, вариант из батарейки, а точнее это литий-ионный аккумулятор. Надеюсь, этот способ окажется безопасным, потому что в интернете я видел множество видео, там где подобные аккумуляторы самовозгорались, да еще и не слабо взрывались.
А теперь из кусочка фольги я вырежу тоненькую полоску, длиной немного больше, чем аккумулятор, чтобы можно было обхватить его контакты. И посередине этой полоски сделаю утоньшение. И по идее при коротком замыкании должно перегореть в тонком месте. И в этот момент нужно зажечь тот материал, который мы собираемся поджигать. В моем случае это будут ватные диски, с помощью которых я фильтрую воду. Вот они опять пригодятся. Ну вот что у меня получилось. Очень надеюсь, что это сработает. Иначе придется прибегать к третьему варианту. Разводить как индейцы с помощью трения, с помощью палочки. А я помню, что в детстве у меня это не очень получалось. Ну вот все готово. Ватный диск, полоска из фольги. Подготовил мелкие веточки для розжига. Я думаю, если не было бы ватного диска, то можно было использовать вот такую вот кисточку от камыша. Я думаю, тоже должно легко воспламеняться, но я не буду рисковать. Воспользуюсь ватным диском, думаю, что он намного легче воспламенится. Ну что, все готово. Приступаем. Эх, перегорело, но ничего не загорелось. Не очень. Буду пробовать еще. Ну что, дубль 2. Вырезал немного толще полосочку. Очень надеюсь, что все получится. Комары издеваются. Давай-давай. Есть. Огонь есть, огонь. Давай-давай. Класс. Тихо-тихо-тихо. Снова неудачно. Почти все получилось, но не удалось раздуть. Немного влажные веточки. Сейчас попробую еще раз. Так, ну что, дубль 3. Надеюсь, последний. Я уже подготовился, побольше положил этих кисточек от камыша. Снова перегорело. Как оказалось, с помощью ножа полосочку вырезать намного быстрее, проще. Получилось очень аккуратно, и думаю, что сейчас все сработает. Есть. Ай-яй-яй. Ну, с четвертой или пятой попытки все получилось. Главное, что я уже приобрел навык ножом очень хорошо вырезать ровненькую полосочку. И главное, что в отличие от линзы из бутылки, это можно зажечь и в пасмурную погоду.
Карасик пришел. Карасик, это хорошо. С горем пополам доварил прикормку. Все дрова сырые. Приходилось постоянно быть у костра, подкладывать мелкие веточки и раздувать, размахивать крышкой от контейнера. Ну, вроде сварилось, сейчас остывает. Хорошенько закормлю на вечер. Не знаю, успею ли посидеть на вечерней зорьке, потому что ни палатку не поставил, еще вообще лагерем практически не занимался. Ну а без прикормки рыбка пока клевать не хочет. Поймал одного карася и больше ничего. Ты опять здесь? Кого ты тут ищешь? Ух ты, ух ты! Кто это? Полосатый. Иди гуляй. Я уже с ложечки его кормлю, а он не хочет клевать. Горячая. Палатку я еще не ставил, потому что на месте моего лагеря образовалось небольшое болото. Здесь очень влажно из-за того, что уровень реки несколько поднялся. И теперь это очень долго сохнет. Солнце, конечно, вышло. Это хорошо. Я надеюсь, что хотя бы немного просохнет. Но пока очень мокро. Грунт понемногу подсыхает на солнце. Но проблема в другом. Уровень воды в речке поднялся настолько, что если копнуть хотя бы 15 сантиметров, почва уже будет очень влажная и будет постепенно скапливаться вода. Уже вечер, пора ставить палатку, а болото все еще не высохло. Даже, как мне кажется, становится еще хуже. Я разрезал большой мусорный пакет и подстелил длину хотя бы на одну сторону, там, где я буду спать. Разложил коврик, и вот что я обнаружил в нем. Чье это гнездо, интересно? Вроде там уже никого нет. Я установил палатку и теперь немного посижу на берегу. Рыбка особо не клюет, ни большая, ни маленькая. Но пока солнце не село, побуду здесь. Спать очень хочется, но говорят, что нельзя ложиться спать до захода солнца. Иначе будет плохое самочувствие утром. Я спал этой ночью, наверное, пару часов. У меня есть такая особенность, когда я собираюсь куда-то, будь то поход, рыбалка, командировка, куда угодно. Категорически не могу заснуть. Практически всю ночь не сплю. Не знаю, почему так. Бобер проплыл. Даже не боится совсем. Услышал меня. Куда это он? Занырнул.
Ну, хорош рыбу мне пугать тут. А ему все равно. Погреб себе. Солнце уже почти село. Сейчас высыплю остатки прикормки и буду перемещаться в палатку. Дальняк оставлю на ночь. Там стоит две горошины на крючке. Даже если будет звенеть ночью, буду бежать с фонариком и вытягивать, лишь бы клюнул сазанчик. Ну что, я устроился. На всякий случай всю аппаратуру положил в бокс, если вдруг ночью прибудет вода. Пока очень жарко, не сыро. Я думаю, вот этот материал палатки хорошо справляется, не пропускает влагу. Ну, а я буду с вами прощаться до утра. Меня ожидает еще ночь в лесу. А для вас утро наступит через несколько секунд. Доброе утро. Я удачно переночевал. Меня не затопило. Я не замерз. Сейчас пытаюсь заставить себя вылезти из спальника. Солнце уже встало. Думаю, сейчас будет тепло. Полежу еще немножко и буду вылазить. Я замешал прикормку, получилось почти полное ведро вот такой вкуснятины. Дальние забросы я хотел забросить выше по течению, но сейчас вода в реке поднялась еще больше, и туда очень сложно подойти. Вот там у меня стоял колодец, можно было спокойно проходить, здесь была тропинка. Теперь же все залито водой. Поэтому я забросил все свои снасти в одном этом небольшом окошке. Понимаю, что при поклевке крупной рыбы большие шансы спутать все удочки. Но иду, так сказать, ва-банк ради хотя бы одной поклевки сазана. Я принес с собой новый аксессуар. Это вот такая селфи-палка для подводной видеокамеры. Сделана из 6-метровой старой удочки. Первое колено тонкие я убрал и закрепил камеру на штатное крепление. На вот эти ножки она станет на дно. Но надеюсь, что все получится.
Такая конструкция для подводной видеокамеры намного удобней. Очень быстро набирает воду и опускается. Легко транспортировать. И в том числе длиннее, чем предыдущая. Прошло около часа после первого закорма. До сих пор ни одной поклевки. И даже, как ни странно, на удочку с небольшой наживкой, на червячка или на перловку, тоже нет поклевок. Получается, даже мелочи здесь нет. Это с одной стороны плохо, а с другой стороны может быть и хорошо. Обычно, когда приходит крупная рыба, мелочь вся разбегается. Камера под водой, скорее всего, уже разрядилась, поэтому сейчас достану и посмотрю, есть ли там кто-то или нет. Ку-ку, ку-ку. Я выборочно просмотрел видео на подводной камере, на таком маленьком экранчике, конечно, сложно внимательно все рассмотреть, но в принципе, как я понял, сазана там нет. Давай, ныряй. Как она чует сквозь воду. Давай скачи отсюда. Эй, оставь бойл. Сейчас на крючок поймаешься, придурочный. Дурень, я тебе хлебушек кинул. Иди отсюда. Во. О, хлебушек. Наконец-то унюхал. Давай, забирай и проваливай. Хлеб забирай. Давай, дуй отсюда. Подводная камера уже зарядилась. Сейчас буду делать второе погружение. Ну и хорошенько закормлю. Погодка наладилась. Стало жарко. Решил немного позагорать. Шарики с прикормкой делаю очень плотными, чтобы мелкая рыбка быстро их не разбивала. И был шанс, что более крупная рыба учует запах ниже по течению и подойдет на мою прикормку.
Пока подводная камера снимает, я решил отойти, чтобы не пугать рыбу, и приготовить очередную порцию прикормки. С первыми двумя способами по разведению огня без спичек я вроде как разобрался. Линза из бутылки то ли работает, то ли нет, но думаю, если бутылка будет идеально плоская, без всяких рифлений, то этот способ должен сработать. С батарейкой все однозначно работает, немного приловчиться, и можно легко вырезать полосочку из фольги, можно использовать из шоколадки или от пачки сигарет, ну или такую, как у меня, для приготовления пищи, для запекания. Ну и сегодня я решил попробовать третий способ, который теоретически я знаю, даже когда-то пробовал развести огонь в детстве таким образом, но у меня не получилось. Посмотрим, получится ли сейчас. Это способ добычи огня путем трения. Я вырезал несколько деревяшек, из них буду делать лук, карандаш, который будет крутиться с помощью этого лука. Ну и остальные деревяшки, в общем, сейчас все увидите. В качестве тетивы у меня будет веревочка, которой я связываю удочки. Можно использовать, я думаю, и шнурок, или какие-то веревки от палатки, или от рюкзака. Я думаю, это не принципиально. Для лука нашел вот такую палку длиной сантиметров 85. Сделал вот такие насечки, чтобы привязать веревку. Веревку сильно натягивать не нужно, для того, чтобы можно было завести в нее карандаш, который будет вращаться с помощью лука. Карандаш заострен с двух сторон, для того, чтобы он не соскальзывал с палки, в которой будет вращаться. Здесь сделано небольшое углубление и вот такая прорезь. И из нее должна будет высыпаться древесная пыль, мелкая стружка, которая, по идее, от трения должна начать тлеть. Потом ее нужно будет раздуть и положить в костер. Также я приготовил мелкие ветки и кисточки от камыша, чтобы быстро можно было раздуть уголек. Дымок уже пошел, но пока не получается, немного подклинивает. Я не знаю, может быть, стоит немного натянуть тетиву. Может быть, сделать насечки на карандаше, чтобы он не был круглым. Вот так получше. В самом интересном месте. Ну вот, перетерлась веревка. Первая попытка неудачная. Но уже почти, уже начало чернеть, темнеть. И запах пошел паленого. Сейчас заменю веревку и попробую еще раз.
На этот раз я взял веревку от растяжек для палатки. Снова неудача. Нужно выставить все ровно, потому что вся эта пыль сползает вниз. Я выбрал более удобное место и теперь попробую это сделать на кусочке коры. Дымок есть, а стружки нет. Да что это, блин? Фух. Нет, это не мой способ добычи огня. Перетер уже две веревки, перепробовал разные сорта деревьев, из коры, и так, вроде бы уже все, и дымочек идет уже вот-вот, а нет, что-то делаю не так. Буду разводить костер с помощью батарейки.
Ну вот совсем другое дело. Можно, оказывается, при помощи батарейки и фольги, даже не используя ватный диск, с помощью вот этой кисточки от камышей разжечь огонь. Я уже приловчился, довольно быстро и хорошо все получается. Так что рекомендую именно этот способ. Пока варится... Кто-то плывет. Сейчас выйдет из-за кустов. Андатра или кто это? Эй, бобер! Поплыл. Пока варится прикормка, я просмотрел второе видео с подводной камеры. Очень понравилось мне это видео, не знаю, с чем связано. Может, я немного там поменял настройки, и картинка стала, как по мне, намного лучше. Хорошо видно, ну еще выбрал удачный ракурс, видно и дно, и толщу воды, рыбу хорошо видно, может быть из-за освещения, хотя в принципе я и в те разы снимал в солнечную погоду. И прикормку бросил, шары так четко попали, они по центру экрана, хороший ракурс тоже получился. В общем, рыбы немерено. И карасей, и густера, и плотва, и красноперка. Все, что хочешь, там есть. Сазана пока не обнаружен, но не сильно я досконально все это просматривал. Буду дома еще пересматривать. Дальняки перезаброшу и оставлю их опять на ночь. Мелкая рыбка на поплавок, в принципе, ловится. Наловлю немного котам, сколько смогу донести, потому что в этот раз буду забирать уже все вещи. И будет не очень легко. Ну, а сегодня я собрался все-таки поужинать. Вчера почти ничего не ел. Вечером съел один огурец и немного зеленого лука. В общем, я отправляюсь приготовить себе что-нибудь на ужин. Конечно, ассортимент продуктов у меня, мягко скажем, не богатый. Несколько огурцов, 5 картошин, полбуханки хлеба, зеленый лук и чеснок. Но этим тоже вполне можно поужинать. Сейчас помою картошку, заверну ее в фольгу и запеку на углях. Я специально развел такой большой костер, чтобы было побольше углей. Картошка уже завернута, осталось дождаться, пока прогорят дрова. Ух ты! Опа! Карасяйка! Карасяйка! Плывет и не обращает внимания. Куда плывем? На дачу? Ну, вот тут он обычно и ныряет под деревом. Оп. Пошел горох с кукурузой лопать.
Вода в реке продолжает прибывать. И вот уже сколько воды в бобровой норе. В прошлый раз у меня туда сорвался карась с крючка. Упал и долго барахтался на земле, пока не допрыгал до воды. А теперь он может туда заплыть прямо из реки. Соответственно, место под палаткой становится все более мокрым. И приходится просушивать коврик и спальник. Хорошо, что сейчас есть солнце. Сегодня проснулся очень рано, потому что немного подмерз из-за того, что одежда, спальник и коврик были влажные. Вода продолжает в реке прибывать, и соответственно и здесь везде почва становится более мокрой. И в костре вот такая вот каша, все мокрое, хотя третий день солнце, жарко, дождей не было. И очень плохо разводить огонь, можно сказать, в болоте прямо. С утра проверил снасти, по-прежнему никаких признаков сазана нет, но на поплавок неплохо половил карася, поймал приличное такое количество за короткий промежуток времени. Ух ты! Вот гад сбежал. Так тяжело сопротивлялся. Карасик сегодня с утра порадовал. Клюет очень хорошо и без всякой другой мелочи. Ни красноперка, ни густера, чисто карась идет. Ух ты, тихо, тихо, тихо. Хорошенький такой, иди сюда. Вот такой вот карасямба. Ну этот вообще уже такой приятный. Один за одним. Класс. Опа. Ух ты, еще один неплохой такой совсем. Красавчик. У карасей просто жор. А красноперки где-то спят. Вскоре клев прекратился совсем, причем не клевала ни красноперка, ни какая-то другая мелочь. Наверное, я все-таки уже перекормил рыбу. Корма высыпал такое количество в речку, что можно было выкормить поросенка. Поэтому я урезаю пайку, рыбью пайку, и сварю себе немного перловки. Перловка уже сварилась, и чтобы она не была сильно пресной, я немного обжарю зеленый лук и чеснок. Если учесть, что перловка это не самая моя любимая еда, то получилось 10 из 10.
рекомендую. Вкусно. Конечно, очень большую роль сыграла приправа, которую я использовал. С этой приправой можно любое блюдо сделать шедевром кулинарии и каких-то ресторанных изысков. Попробуйте догадаться, что это за приправа, и напишите в комментариях. Да, всем приятного аппетита. Увидимся позже. Думал, не осилю. Почти полная сковородка была. Но съел с удовольствием. Еще бы, наверное, съел. Причем это я не доел, а специально оставил. Подумал, что а вдруг на эту волшебную перловку все-таки клюнет сазан. Сегодня последний вечер, последняя рыбалка. Завтра рано утром мне нужно быть в городе. Поэтому я завтра встаю с рассветом, собираю лагерь и быстро ретируюсь. Ух ты! Клюет уже. Уже клюет. Опа. Ну что, я просидел минут 40, поймал всего лишь одного карася на червя. На этом рыбалку свою заканчиваю. Признаю свою рыболовную некомпетентность и полная фиаско в ловле сазана. Кстати, я не единожды ловил сазана на подобных микроречках, причем ловил в количестве, да и в неплохом качестве. Мой рекорд — сазан 8,5 килограмм на такой небольшой речушке. Ну а здесь что-то пошло не так. Пока солнце еще не село, я буду собирать удочки, упаковывать рюкзак. Хочу встать завтра пораньше. Ну а сегодня попытаюсь, соответственно, пораньше лечь. Отстань от меня. Иди отсюда. Скажи, что дым. Наглый шершень. Так что увидимся утром. Доброе утро. Солнце еще не встало. Я уже практически упаковался. Осталось положить рыбу. Наловил немного и котам, и на сковородку. Рюкзак упакован. Вот такие вот лужи уже подкрались прямо под палатку. Опять весь влажный. Холодно было. Удочки тоже собраны. Все собрано. Сейчас окончательно укладываюсь и выдвигаюсь в обратный путь. Ну все, я уже в пути. С трудом пробрался с вещами через чащу. Что я извлек из этого похода? То, что очень сложно поймать сазана там, где его нет. Ну а если не попробовать, то 100% не поймаешь. И на этом буду с вами прощаться. Всем желаю мирного неба и добра. До встречи в новом видео.